Для любителей мини-игр в Майнкрафте, Skywars, Bed Wars и другие survival игры. Также лаки-блоки и битвы, это все вы сможете найти на канале Дента. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего сезона с модом на покемонов. Да, ребята, и сегодня мы будем открывать поки-лаки-блоки, пытаться выбить каких-то крутых покемонов и также, что самое главное, попытаться их словить. Поэтому, ребята, я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. И я вам, ребята, обещаю, если сегодня мы с вами сможем набрать 3000 лайков на вот этой серии, то следующая серия выйдет же завтра, ребята. Я верю в свои подписчиков, ребята, я верю в то, что мы сможем набрать 3000 лайков. Это очень просто, очень быстро, всего лишь поставить, ребята, один лайк за одну секунду. Если мы дружно соберемся, все поставим лайк, то мы наберем 3000 лайков за один день. Я завтра же, ребята, выпущу новую серию. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Также делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репост ВКонтакте и, конечно же, можете оставлять свой комментарий, потому что самые интересные, на самые интересные комментарии я, конечно же, ребята, буду отвечать. И какие у меня для вас новости в этой серии, ребята. Как вы знаете, каждые выходные у меня проходит стрим. Каждые выходные у меня проходит стрим на ютубе, где мы играем и на моем сервере, и также где мы играем, конечно же, в Pixelmon. И кто уже смотрел хотя бы один раз мой стрим, тот знает то, что я на каждом стриме пытаюсь уже достроить наконец-то свой дом, который, ну скажу честно, очень долго строится. Но все же, ребята, на предыдущем стриме я уже что-то достроил. Я, ребята, уже сделал склад. Да, то есть с правой стороны у нас тут будет склад. Как видите, у нас тут есть отдельная комнатка. Тут у нас будет гостиная, диваны, телевизоры и многое другое. А тут, ребята, у нас склад. Верстачок посередине. И также, ребята, смотрите, у нас тут с каждой стороны по 6 сундучков. Тут ничего нету, то есть тут везде пусто. Где в рамке нету никакого предмета, значит там пусто. Как видите, ребята, тут у нас яблоко, значит тут у нас еда. И посмотрите, сколько много нафиг у нас еды. Я все, ребята, уже сюда поперемещал. Также тут у нас ресурсы и смотрите, ребята, сколько у меня ресурсов. Один стак алмазов, один стак изумрудов, три стака, 3,5 стака золота и 3 стака железа. Это просто офигеть, если честно. Потому что ресурсы, учитывая то, что в этом сезоне мы всего лишь один раз ходили в шахту, и то где-то на 5 минут, мы добыли стак изумрудов и стак алмазов, как-то смахивает что-то не на то, да? Но все же, ребята, я это все добывал на стримах, я это все добывал на серии. И как вы знаете, это все я добыл с помощью лаки-блоков, конечно же, ребята. Поэтому это очень даже круто. Кстати, у нас тут есть что-то пережаренное. Нам нужно взять, да, кстати, вот это тогда выложим, а возьмем вот это и вот это. Потому что, ребята, в этой серии мы с вами откроем 3 лаки-блока. Точнее, 3 поки-лаки-блока. Вы меня спросите, почему я, почему вот именно в этой серии? А вот смотрите, ребята, почему? Потому что где-то у меня вот тут 3 лаки-блока, которые нам, ребята, выдались с обычного лаки-блока, да? То есть 3 лаки-блока, и нам, в принципе, их уже не нужно делать, нам уже не нужно тратить на них золото, нам просто, ребята, нужно взять, сейчас дать я вот это выложу. Нам просто, ребята, нужно взять и совместить их с покеболами. Кстати, вот у меня есть уже покеболы, я уже их начал делать. Тут у меня есть 16, тут у меня тоже есть 16, и тут у меня есть 16. То есть, ребята, как видите, я уже более-менее так подготовился к серии и уже более-менее так надыбал себе вот этих лаки-блоков и также покеболов, да, для того, чтобы, конечно же, ребята, потом это все совместить. Это, кстати, можно выложить. И знаете, что нам нужно? Возьмем вот эти 3 штучки, и нам еще нужно, ребята, кнопочки. Потому что у нас сейчас кнопочек нету для того, чтобы сделать покеболы. И больше, если честно, вот это еще возьмем. Видите, у меня в сундуках везде есть частицы покеболов, поэтому всегда нужно внимательно смотреть. Может, где-то что-то завалялось, и мы просто-напросто это все возьмем и совместим. Зашибись просто, ребята. Сейчас давайте быстренько допихнемся в шахту. Вход в шахту. Вот так. И возьмем, сколько нам там нужно. Давайте возьмем, ну, где-то вот так, мне кажется, кнопочек хватит. Да, нужно потом опять будет на стриме расчищать вот эту шахту, которую я строил. Потому что все же у нас уже даже камень заканчивается. Хотя нет, у нас же тут, а у нас же есть тут куча кабустона, мы это все можем пережарить, поэтому, ребята, все круто. Что нам нужно? У нас есть уже 12. Давайте возьмем вот это, давайте возьмем вот это и вот это. Совместим вот это все, ребята. И, кстати, можно еще 10 частей тут будет сделать, но это уже, наверное, в следующей серии. И сейчас, ребята, давайте попробуем.
Три, да? Три. И даже на следующую серию, ребята, у нас уже есть 10 покеболов. Это круто. Зашибись, ребята, просто. Сейчас нам нужно... Давайте мы сразу же пойдем в дом 2. Как у меня называется, странно, этот дом. Но все же он, ребята, так называется. Вот сюда можем выложить вот это, да, чтобы тут просто-напросто не валялось. И сюда можем выложить вот это, чтобы тоже не валялось. Просто зашибись. Зашибись. Но что я хотел еще сделать в этой серии? В этой серии я хотел сделать... ультраболы, потому что мы не знаем, что нам выпадет с лаки-блоков, с поки-лаки-блоков. Если там нам выпадет что-то нормальное, то, ребята, нужно будет это все словить. А ультраболов у нас, к сожалению, сейчас, ребята, нету. Поэтому сейчас мы отправимся опять в ход в шахту. У нас, кстати, у нас нету железа. Нужно опять отправиться в дом 2. Не хочу в дом 2, не хочу в дом 2. И давайте возьмем сколько железа. Ну, давайте возьмем 25 штучек. Ну, давайте где-то вот так больше. Чуть больше, чем полстака, мне кажется, даже пригодится в будущем. Сейчас, ребята, давайте сделаем, ну, где-то 20 штучек, да, вот где-то так сделаем, зашибись. И сейчас нам нужно сделать, ребята, вот так. 5 штук. Мне кажется, то, что 5 штук будет очень мало, очень. Поэтому я сгонял сюда к нам домой и взял еще 10 черных априконов, чтобы сейчас их быстренько пережарить. Вот это можно забрать, это пока что тоже можно забрать. Быстренько их, ребята, пережарим. И потом сделаем... Пока это все будет жариться, ребята, я сделаю нижние части вот этих покеболов. А вы просто-напросто, ребята, не скучайте. Вот я уже, ребята, доделал. Молоточек, кстати, уже очень быстро, уже в скором времени сломается. С одной стороны, это фигово. Сейчас, дайте я вот это сюда все выложу. Хотя почему с одной стороны? Со всех сторон это фигово. Но у нас же есть куча алмазов, то есть ничего. А, дайте я как раз покушаю. У нас есть куча алмазов, и мы в любой момент можем себе сделать еще 5 таких молотков. Но, ребята, каждый раз тратить по 5 алмазов на один молоточек тоже, знаете, как-то не хочется. Я не еврей, ребята, я не еврей. Но все же каждый раз по 5 алмазов это очень много. Это, ребята, очень много. И давайте мы еще раз сделаем, ну, еще 5 штучек, да, и в принципе все. В принципе все. Сейчас мы пойдем, ребята, это быстренько сделаем. Это делается, ну, где-то за секунд 10, вот смотрите. 1, 2, 3, и в принципе это очень быстро сделается. И круто, потому что мы будем иметь на 10 ультраболов больше. И это просто офигеть как круто. Потому что с помощью этих ультраболов мы как раз можем уже позволить себе кого-то словить. Вот так, зашибись, ребята. Все, вы готовы? Мы готовы. Сейчас, давайте сюда поставим 1. Зачарим на 12 удачи. Сюда поставим 2, да? Ну, зачарим на 24 удачи. Или давайте зачарим... Давайте зачарим не на 24 удачи, а давайте, ребята, зачарим на 36... И на 48. Ууу, настолько я еще никогда не чарил. А прикиньте, если нам там офигеть кто попадется. Я прям офигею, если мы его не сможем словить. И, кстати, в этой серии, ребята, в этой серии я планировал словить какого-то нового покемона. Да. И знаете что? У нас есть Чаризард, это огненный покемон. У нас есть Самурот. Это кто такой? Нет, ты нам не нужен. У нас есть Самурот, это водный покемон. И также, ребята, у нас есть Гротл. Гратл, да, это травяной покемон. И я сказал то, что в этой команде я хочу видеть еще одного, ну, допустим, жучьего типа, да, или нормального. И еще я хочу видеть, ребята, электрического. Еще кого-то. А, поэтому, ребята, я решил то, что жучий тип у нас будет, конечно же, Сайтер. Потому что, ну, в принципе, это тоже один из моих любимых покемонов. Я очень сильно его люблю. И плюс к этому, ребята, нам нужно попытаться его найти. А он спамится вот тут в саванне. Поэтому, ребята, в следующий раз, вот сейчас, когда мы пойдем в саванну, дайте я пойду домой и посплю. Сейчас, ребята, когда мы пойдем в саванну, мы, конечно же, попытаемся словить Сайтера. Или нам офигеть как повезет, и он прямо нам выпадет с этих лаки-блоков. О, я офигею, если это будет так. Да, ребята, ну что? В первую очередь давайте мы откроем самый простенький. Самый простенький. Давайте вот так. Давайте вот так. Это сюда и вот это сюда. И расставим это все так, как мы, в принципе, обычно это делаем. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Что за порнушка была друг на друге? Ну ладно. 6 различных... 6 лечилок, супер поушен. Может даже пригодится, может даже пригодится. О, кстати, большой уровень, вот зараза напал. Ребята, действительно может пригодиться, потому что мы можем, допустим, найти какого-то гим-лидера.
и в сражении использовать лечилочки. Или просто-напросто найти какого-то очень сильного покемона, и он будет нас очень так демежить, да, а мы будем просто-напросто лечиться. Это очень даже, ребята, круто. Ну, или потом продать, если мы найдем какой-то магазин. Ну что, ребята, давайте попробуем открыть следующий, зачаренный на 12 удачи. Надеемся, то, что хотя бы с него что-то выпадет. Опять лечилочки! Офигеть! То 6, то 8. Сок называется... Железный сок, ребята! Айрон! Железный сок. Нам сегодня только предметы будут выпадать. Ну, если так, то на 48 удачи выпади нам, пожалуйста, мастербол или экспешер. Ребята, держим кулачки, пожалуйста. Давайте мы все дружно будем держать кулачки, чтобы нам выпало что-то нормальное. Давайте. Раз, два. Райчу. Я его сразу убью, иди в... Я потратил на тебя нафиг 4 алмаза, а ты нам заспавнил Райчу? Наверное, многие сейчас меня обзывают, мол, Эдисон, ты дебил, зачем ты убил Райчу? Ты же как раз хотел не водного, а электрического покемона. Почему ты убил Райчу? Ну, потому что, ребята, в первую очередь, если я бы даже хотел словить какого-то электрического покемона, то это был бы не Райчу 100%. А если бы я даже хотел в будущем иметь Райчу, то я бы словил его вторую эволюцию, Пикачу, или же сделал наоборот, ребята, еще первую эволюцию, точнее, Райчу. Зачем мне ловить его последнюю эволюцию? Это, ребята, бред, и я, если честно, никогда этого не любил, то есть ловить покемонов... Вот! Вот! Вот, мать его, вот офигенная замена тому же Райчу. Шинкс, первая эволюция, Люксрей, Люксио, а ух ты! Вот это настоящий электрический покемон. Тем более он красивый. А если бы я даже хотел иметь Райчу в будущем, то я бы, конечно же, словил, ребята, его первую эволюцию, точно что не последнюю. Потому что это полнейший бред, ребята. Пожалуйста, Шинкс! Да! Вот давайте посмотрим, вот давайте какой красивый, давайте посмотрим. Шинкс, вылезай! Шинкс! Вот. Не-не-не, башкой не нужно биться, башкой ты чуть побьешься позже. Давайте мы его, кстати, остановим, фриз, да, и поставим его вот... У кого какие... у кого какие варианты, что сейчас с ним происходит? Может, он голову разминает, то есть урок физкультуры... А может, не знаю. Я не знаю, ребята. Напишите свои варианты в комментарии. Что вы думаете, что с ним сейчас происходит? Я, ребята, честно, не знаю. Но его 100% плющит. Давайте мы его расплющим и еще раз заплющим. А сейчас он жоп... Стриптизер, походу. Жопой дрыгает. А вот сейчас нормально, да? Вот сейчас более-менее. Вот, ребят, какой он миленький. Вот это реальный электрический покемон. Если я сейчас еще смогу найти того же Сайтера, как я сказал на начале этой серии, то, что я хочу жучьего какого-то покемона. Жучару хочу! Вот, кстати, это вторая эволюция... Вот, Люксио, это вторая эволюция вот этого Шинкса. А третья эволюция, это будет Люксрей. Это вообще офигеть, какой котяра большущий будет. А это, кстати, не Люкс, нет, это тоже Люксио. Пожалуйста, Сайтер, Сайтер, жучара ты наш. Жучара, пожалуйста, заспанься. Кстати, какая у меня вот эта прорисовка? 6, что-то как-то очень медленно. Это кто у нас такой? Это кто? Нидор, нет, ты нам не нужна. Ты нам не нужна, прости, но я сейчас хочу реально словить Сайтера. Ну, или хотя бы найти. А словить это, это уже, знаете, это как уже получится. Опа, языкастый, как бы давно вас не встречали. Кто там у нас, кстати? Опа, Синдаквилл. Синдаквилл, это стартовик, ребята, это стартовик. Да, огненный стартовик. И если мы даже его не будем использовать в этой команде, потому что у нас есть Чаризард, мы его будем использовать в следующей команде, ребята. И это будет огненный покемон в следующей команде. Какая у него финальная эволюция? Мне кажется, Тайфлоужен, если я не ошибаюсь. Я на него не буду тратить миллион ультраболов, потому что есть шанс, то, что мы еще сможем найти Сайтера, да, если не в этой серии, то хотя бы в следующей. Вот знаете, закон подлости. Не ловишься с ультрабола, словишься с покебола. То есть супер покеболов ты не ловишься, а с обычного словишься. Но что-то он вообще не хочет словиться. Мне кажется, то, что я потрачу на тебя еще 2 ультрабола и просто дам тебе подсрачник. Потому что я не буду тратить на тебя все. Да, мне кажется, так оно и будет. Шинкс или Риолу. Дай ему небольшой. Вот такой прям небольшой подсрачник, пожалуйста. Еще чуть-чуть.
Еще чуть-чуть, чтобы у него прям жопа покраснела. Нет, сейчас она у него... Ну, хотя, в принципе, мне кажется, если я его еще раз ударю, то он умрет. Пожалуйста, Синдаквилчина, на следующую команду. Я тебя буду любить, честно, просто словись. Ладно, еще раз. Так, тейкл. Ну, убили, дай пофиг. Да и пофиг. Давайте еще... Салют! Сайтер, стоять на месте! Сайтер, жучара! 41-й, мать его, уровень! Ты чё, на приколе? 41-й уровень! Нифига себе! Я, конечно, хотел Сайтера, ну, 20-го уровня, но не 41-го. Я его еще раз хренакну, ребята. Допустим, он... Твою мать. Вот больше я его никем не могу хренакнуть. Разве что... Трико его там пнет, я не знаю. Но 41 уровень это чересчур. 41 уровень это реально чересчур. Потому что я хотел где-то 20 уровня. Где-то 20 уровня Сайтера. Но точно не... Точно не 41-го. Я попробую еще один ультрабол. Если нет, иди просто в жопу. В жопу далекую и темную. Нет? Ну ладно, тогда я тебя пну вот этим. Я сказал, я тебя пну вот этим. Вот, замечательно. Ну, замечательно. О-о-о! Салютики, а ты какую? Зашибись. То есть, кто-то подумал, что 41 уровень это слишком мало и дал нам 47 уровня. Круто. Но хотя бы я на тебе немного прокачался. О, вы, наверное, меня троллите, паскуды. Дайте нам еще одного, пожалуйста, Сайтера. Пожалуйста. Опа. Камбускен. Вот видите, ребята, это вторая эволюция того же огненного стартовика. Это еще один огненный стартовик. Если мы не словили Синдаквила, то это был бы Торчик, если бы он был первой эволюцией. Но, к сожалению, это также вторая эволюция, поэтому, ребята, я ловить не буду, потому что я не люблю ловить покемонов сразу с какой-то там второй или третьей эволюции. Когда мы найдем первую эволюцию, то я, ребята, постараюсь ловить. К большому сожалению, мы не смогли словить Синдаквила, но мне кажется, это наш не первый Синдаквил. Потому что я уже его вижу не первый раз, а где-то уже второй или третий. И учитывая то, что в первый раз я его вообще не ловил и просто-напросто не обратил на него внимания. Но сейчас я уже подумал о следующей команде и поэтому захотел его словить. А то, что мы его не словили, ребята, не расстраивайтесь. То есть мы еще успеем словить какого-то нормального... Ой, нормального огненного покемона или того же стартовика для следующей команды. Да, ребята, а сейчас на этом мы уже, наверное, будем заканчивать. В этой серии мы словили Шинкс, то есть плюс один покемон в нашей команде, плюс одного покемона мы уже сейчас будем, ребята, прокачивать. У нас уже будет и огненный, и электрический, и водный, и также травяной. Сейчас нам нужно словить еще одного, еще Сайтера. И потом, ребята, у нас будет выбор, какого последнего покемона в этой команде, ребята, мы еще словим. Да, поэтому давайте мы будем отправляться домой. И, ребята, к сожалению, на этом будем прощаться. Я скажу вам большое спасибо за просмотр, ребята. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. И также влепите большущий палец вверх, если вы завтра хотите видеть новую серию Пиксельмон. Потому что, ребята, если мы дружно все соберемся, поставим лайк и наберем 3000 лайков на этой серии за этот день, то я завтра же, ребята, выпущу следующую серию. Мне кажется, это несложно, просто поставить лайк за одну секунду, ребята. Я за это вам скажу большое спасибо и также выпущу новую серию завтра. Также подписывайтесь на мой канал, ребята, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Можете поделиться этим видео со своими друзьями, чтобы они зашли посмотреть и также сделать репост ВКонтакте. Отвечайте, точнее пишите в комментарии, на самый интересный комментарий я, конечно же, ребята, буду отвечать. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день, и я каждый день, ребята, вас жду на моем канале. Не стесняйтесь, приходите, я всегда буду рад вас видеть. Ребята, скажу вам еще раз большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.